И как вы думаете, что мы делаем? Конечно же, мы шопимся. Мне очень нравится вот эта belt bag. Я уговариваю мужа ее купить, но она ему не очень нравится. И еще мне очень нравится вот это. Но ему она тоже не нравится. I think it's cute. А вообще я люблю шопиться мужскими очками для себя. Мне вот очень понравились. О, вот эти надо померить. Эти сейчас померим. Ooh, that's cute. Что вы считаете? Ну, она же очень. Это Gucci. И стоят они $500. I like this one. И потом мне еще очень понравились вот эти. Это Givenchy. Так они выглядят. На моем лице мужские очки, мне кажется, смотрятся намного круче, чем женские. Мне очень нравятся эти очки. Вот эти тоже прикольные. Gucci. Not bad, but not amazing. Вообще мы на мужском этаже. Тут, конечно, есть все, что вы только хотите. Биби, вот эти прикольные, тебе не нравятся? Смотри. McQueen. Мне еще вот эти цветные нравятся. You like it? It's too bulky. Too bulky. Yeah, but then if you want Balenciaga, this is kind of Balenciaga, but not Balenciaga. I know, but Balenciaga has like all kind of different things. This one doesn't have anything. What about this one? You don't like the colors? No, and these, they used to make these in the 90s. Every store in Russia used to like carry these. Never seen. You can buy these. Yeah, straight up. This was used to be most popular shoe. That's the one I wanted to buy you last year for your birthday. I'm getting these in with straps, like this one. This is the one I want, just с разными полосками. I'm gonna find it. I know. Куба не дура. What about maybe a Golden Goose? Huh? Golden Goose. Gold типа поношенные кроссовки. Gucci, видел новые поношенные сейчас модные. Сейчас же новая коллекция, но поношенные Gucci. Вот эти Balenciaga, baby. Ну да. У них сейчас новые Balenciaga. Нет, это все старое. Это уже у всех есть. Baby, это все старое. Вот новое. Это их новая тема. Они пошли еще дальше. Я думаю, ногу не смогу этот самый поднять. Или если за мной будут бежать, я... What about this one, baby? На работу да, ходить. Мне, да, мне, кстати, мне нравятся эти. Would you wear that for work? Yeah. А что это здесь черное уже какое-то, как будто фальшивка? Засралась бы. Сколько стоит? $1000? 950, да. Но качество не очень, качество полное. Почему нормальное качество? Нет, что, такая кожа не очень классная. Какая? Полиэтилен. Полиэтилен, нет, да? Но она нехорошая кожа. Беби, это Balenciaga, как это может быть нехорошая кожа? Беби, а Versace, беби, Versace. Беби, I see you wearing it. The new one is... This one? We got this 2 days ago. Oh, cool. More unit just... Вот новая коллекция. Да, я видела их. Косай стоит, поношенные. Ну это они слезали с Golden Goose. Сперва Golden Goose сделали, потом Louis Vuitton, а теперь эти, блин, опоздали уже. Мне кажется, это все уже делали давным-давно. Уже два года назад. 4 сезона назад они это делали. I like this one though, baby. It's too basic. Too flashy. I don't think it's flashy, it's like stupid. There's no detail. It's just a, whatever. Мне не нравится. Я, кстати, слышала, что многие жалуются, что Gucci неудобные кроссовки. Не только ты. Да, мне не нравится. У меня нет Gucci кроссовок, у меня есть только лоферы, and I love it. Я думаю, что Gucci больше нет кроссовки. Ever? Ever again. О, смотри, они прям слезали с этого, с Balenciaga. This is cool, you don't like it? И тоже типа поношенная.
This is cool. Смотри, какие красивые. Вот это, конечно, вообще уродство, блин. Не знаю, блин. I don't like this. Как это называется? Converse? Типа как Converse, да. Мне вообще на лето, не? Да, уродство. Ты потом загоришь так по щиколотку. Бэби, давай ремень купим модный. Смотри, Фенди. Ooh, I like it. Сколько стоит? $550. Да, уже не жирно. Не жирно. А Yves Saint Laurent стыкло на работу. Да. Да, ну Yves Saint Laurent на работу, мне кажется, не очень. Фенди еще нормально. What's good? You like it? А Moschino на работу? Не, Moschino too much. Вот это Yves Saint Laurent, смотри. И себе по клубам шлялся? Да ну, baby, это не вообще не твой стиль. Ну, это не мой стиль, но... Вот это твой стиль? Versace? Да. Да ну, like... У меня Versace ни одной одежды нет. У тебя есть Versace? Ну, она не... Это не Versace, а Versus. Ну, it's by Versace. Ну, это душманская версия Versace. Ну, это мне нравится. Может, я этот самый... Сделаю себе подарочек когда-нибудь. Когда денег накоплю, да, бей? Потому что все деньги сейчас идут на тебя. That's true. А вот такие Baby Fendi. Looks like Fila. No, это Fendi and Fila. It's not Fendi and Fila, it's just Fendi. No, it's Fendi and Fila. No, it's not Fendi. It's collaboration. No, baby. Серьезно? No. Да? Yeah. По Google. Google is always right. Слушай, я не успеваю кроссовки носить. У меня столько кроссовок. Where's the D? Все я еще куплю кроссовки. А, у них, наверное, в начале Fan и D. Это скоро. Моя Валентина. Вот смотри, baby, Валентяка какая. Ну, если они слишком большие, мне не надо такие большие. Чуть поменьше. Мне та Прада понравилась, я хочу ту Праду купить. Честь деньги? О, Сальвадоро Феррагамо, baby. Красный такой. Конечно, он слишком какой-то, нет? Мне вот такого нравится план. Черное на черном, знаешь, когда... Как бы... Мне кажется, проблема вот этого черного, что он, у него краска, видишь, он, смотри, уже падает. Он только в магазине висел, уже отваливается краска. Ну, вот это, слишком, это все крашеное же, знаешь? Вот это такое вообще. Это напыление, а это краска. Напыление, оно лучше, чем краска. А вот такое вот, серебряно-черное. Givenchy, baby. Last one. Пошли новый Dior, Ну давай, где? Знаешь, мне джинсы надо кстати. Пошли Dior посмотрим. Надо маму или старый? Смотри, какие я люблю эти самые штанишки. С кармашком. Слишком. Слушай, может, Saint Laurent мы купим этот самый? Вот, кстати, куртка, слышишь? А, сколько она, 5 ничего есть? Don't try. Нет размера, я думаю. Why you think у них нет размера? Дай 5 косарей. 5 косарей. Который ты хотела мне купить, да, на день рождения. Который до сих пор у меня нет. Да. Но она, мне кажется, у нас больших размеров таких нет. Думаю, да, есть.
Carl, baby. Чтобы в такой на работе пошел? Конечно. Почему нет? Серьезно? Конечно. Ну, такое качество вообще какое-то не очень. Рубашечка слепит. What did your? Но вот Dior Cause — это новая коллекция, которых у них кроме этой рубашки еще нет. Ничего. Но все ждут. Все ждут рубашку? Не, ну если видишь такие то... пчелки, убийцы. Пчелки, да, они на разных футболках, на разных этих самых. Видишь, что это все старое, старая коллекция. Все барахло. И сколько стоит эта рубашка? Где-то косарь. Из шелка. Беби, я думаю, тебе нужно купить такие кожаные штаны, слышь? Я всегда хотел иметь кожаные штаны. Вот такие. Все будут думать, что ты warrior. Почему warrior? Посмотри, что это не warrior. Все будут думать, что я ковбой. Эти штаны стоят 4 косаря. 4 косаря? Ну это же Balenciaga кожаная, что гонишь? Конечно. Беби, what about этот? Ты же хотел этот пиджак от Balmain, но? Вот такой. Нет, я сказал, что хочу от Balmain. Да, ну мне вообще не нравятся штаны, беби. So old, блин, it's so like... It's not cool anymore, you know? You know what's not cool anymore? Отгадай песню. Ну? Не отгадал? Как я и знала, что ты никогда бы в жизни не смог играть в «Угадай мелодию». А ты смотрел передачу «Угадай мелодию»? Нет? Тебе от нее давай. Давай. Баю, баюшки, баю. Baby, baby. И что, какое это имя? Это baby. Это baby. О, как ты baby пишешь? Baby, 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 baby. Окей. Готов? Еще раз. Пока медленно. Наливать. Копать. Ну? Посадули в огород. Я вообще просто песни не могу придумать. Бурба без. Best explanation ever. Песня такая была. I'm blue, na-na-na. I'm blue. Женя, тебе не стыдно? Скажи, пожалуйста. Диета начинается со следующей недели, с понедельника. Официальная печать. Короля Франции.
Там еще писташи есть. Не жирно тебе? Только делаем все, что шопимся. The women's is really the same. The only thing that's different is that this is a little bit shorter. Yeah, but I'm saying, like, you see how the cache? I actually like the cache better. Подержи. It has more. Ну рядом, подержи, давай посмотрим. It has like more like structure. I feel like it's the same thing. The only what's the difference is this size. You see, this belt here is smaller. And I like it like this. Yeah, if you like that, and then the tassel is different on the tab for the zipper. Yeah. So that's. У нас сегодня ойстеры прямо дома. Мы купили их в нашем магазине Whole Foods, каждый по доллару. И сейчас мой муж будет их открывать, он там уже в пакете, во льду. И он никогда этого не делал, так что пожелаем ему удачи. А? У нас есть такая плейт для ойстеров? А что за плейт? Ну, какой-то диш большой. Да, внизу там есть. Надо бы было помыть немножко, не знаю, где. Ну, давай. А вы знаете, как проверяют ойстеры? На свежесть. На свежесть. Или не знаете? А ты, Мирон, знаешь? Знаешь или не знаешь? Знаешь или не знаешь, Мирон? Ну-ка, признавайся. Ну-ка, признавайся. Сладкий. Куда пополз? В раковину? Промываем. Смываем всю грязь. Да уж. Грязь у нее нехилая. Пахнет мой. Мирошечка картошка. Мирошечка картошечка. Агу. Агу. Нам-нам-нам-нам-нам-нам. So, как узнать, что ойстер мертвый? Так вот. Чтобы узнать, мертвый ойстер или не мертвый, нужно посмотреть сбоку и так прижать. Если они плотно закрыты, вот как в этой ситуации, плотно ничего нет. Это значит, он хороший, свежий ойстер. А если он приоткрыт немножко, то лучше его выкинуть, конечно, потому что это значит, он не очень хорошего качества. Вот. А чтобы его открыть, нужен вот такой специальный ножичек. Ойстер-ножик. Да. А нож этот, он не острый, он тупой с двух сторон. Произведенный в Китае. Обязательно покупайте китайский. Эти, кстати, называются Blue Point, это East Coast, то есть восточного побережья Соединенных Штатов. Они, короче, покрупнее, чем с западного побережья. С западного побережья они обычно такие маленькие, а эти вот такие огромные. И мы любим вот эти, да? Да, мы любим большие. Ну что, мы уже съели 3 ойстера. Сейчас будем есть еще 17. Берем ойстера. Самое главное, что здесь мышца одна здесь есть, одна мышца здесь, и здесь он держится с двух сторон. Чтобы открыть, короче, на две стороны, нужно подрезать вот здесь, с попочки, и потом подрезать одну мышцу на этой стороне, чтобы он остался, весь ойстер сам остался в нижней части, которая более прогнутая, чтобы морская вода и юшечка не вытекла. Правильно? Для этого мы берем его, чтобы руку себе не порезать, ножичек, берем в попочку и туда залазим. И подрезаем немножечко в эту сторону, отрезаем мышцу, короче, здесь, и немножечко в эту сторону. И потом с самого верха нужно отрезать, чтобы оно открывалось красиво на две части, нужно подрезать верхнюю, где оно держится, перепонку. Когда мы это сделали, вот, тогда он очень красиво открывается на лимончик. Две части. Берем лимончик. И кушаем, да? Мой муж лучше, чем твой. Есть в Америке такая поговорка. Он приготовил мне баранину. Ням. Ням-ням-ням. Что ты скажешь, свое оправдание? Оправдание? Думаю, спасибо. Я еще не попробовала.